Министерство внутренних дел республики во время празднования последнего звонка переходит на усиленный режим несения службы для обеспечения общественного порядка во всех местах, где будут проходить мероприятия, выставят посты. Более того, в учебных заведениях по поручению министра были проведены профилактические беседы со старшеклассниками, в особенности по вопросу вождения транспортных средств. К сожалению, у нас в республике наблюдается тенденция управления автотранспортом несовершеннолетними, что категорически запрещено. Почему? Закон запрещает всем гражданам управлять автотранспортным средством до достижения 18 лет и наличия водительского удостоверения. Кроме того, в силу своего возраста, отсутствия опыта вождения и незнания правил дорожного движения, несовершеннолетние водители зачастую становятся виновниками создания аварийных ситуаций, что чревато последствиями. В день последнего звонка сотрудники государственной автоинспекции особое внимание будут уделять выявлению лиц выпускников школ, которые будут управлять автомобилями. Из года в год, к сожалению, все выпускники имеют привычку садиться за руль автомобилей своих родителей, что категорически, опять повторяю, запрещено. Поэтому все автотранспортные средства, которые будут управляться несовершеннолетними, будут задерживаться на спецстоянку с вытекающими последствиями. В случае выявления выпускников, управляющих транспортным средством, ответственность будут нести не только нарушители, но и их родители, а также владельцы автомобилей. Роза Тедеева, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня.